Всем привет и здравствуйте! Шестой ролик из марафона по группе Monster X. Называется Fighter. Боец, борцун, борцуха, сражатель. Ну и многие другие варианты. Все ссылки, как обычно, на экране. Милости прошу, подписывайтесь, вступайте, ставьте лайки, и мы начинаем. Тут, конечно, хочется отметить, что будь это действительно кузнец, то, скорее всего, банки у него были бы еще больше, потому что махать постоянно молотом. Но это так, чистое художественное допущение, что, может быть, это юный кузнец, который только начал работать. А так, опять же, изначально захватывающее звучание. То есть, каждая композиция пока что прямо какой-то вот хит, бенгер, пушка. Я в центре еще слышал что-то похожее на гармоники перегруженной бас-гитары, электробас-гитары. То есть, возможно, там, тут просто, опять же, большое количество инструментов, тут и перкуссия, пожалуйста, и синтезаторы всякие, и барабаны, и бас есть, и вот мне показалось, что, возможно, где-то там прячется бас именно живой, перегруженный. А еще там вначале были очень обрезанные прям по всем частотам гитары, перегруженные тоже, на достаточно тихом уровне, но, тем не менее, ощутимом. Поэтому, ну, как обычно, мечта посмотреть на хоть один проект из тех, что я обозревал. Ну, то есть, песни, они в виде проектов в рабочих станциях DAW. Вот на хотя бы один проект посмотреть было бы просто прекрасно. В принципе, знаете, по звучанию группы, вот пока слушаю, понимаю, почему все-таки они меня заманили в мир кей-поп. Ну, естественно, вместе с Эксо. Естественно, совсем другой песни, но я даже не знал, что у них настолько много классных композиций. То есть, шестая по счету, и я просто все сижу, добавляю себе, добавляю в плейлист. Сколько уже сейчас скажу? 5 штук. Из 6 5. По-моему, очень хороший показатель. Что не означает, что та, что не добавил, плохая. Просто у всех разные вкусы. Champion, yes, I'm a champion. 누구든 간 무너뜨릴 수가 있다.
Классическая отсылка на «Матрицу», но в этот раз они обыграли-то желейными медведями, что меня и улыбнуло, потому что меня уже достали все эти отсылки, когда бесконечно красная таблетка, синяя таблетка, да? Изобретите что-нибудь новое, и вот, пожалуйста, желейные медведи. Респект и уважение. I need to wait for the right moment. Wait. Now! Эпично. Ну, как видите, я даже достаточно в кадре много двигаюсь, хотя обычно я более-менее спокоен, просто сдерживаюсь. Пишите, с кем бы из них вы хотели сбежать из дурки. Ну ладно, это не дурка, а это какая-то лаборатория, куда их сдал, видимо, человек, у которого не было велосипедов из злости и зависти. Но, тем не менее, мне понравилось. Очень много всего в песне происходит. Опять же, еще одна композиция, которую можно сидеть, переслушивать, взять через программу какую-нибудь, вырезать вокал или, наоборот, все инструменты. И послушать отдельно акапеллы, отдельно сам инструментал, потому что тут много чего. Ну, говорю, человек, который писал это все, он поехавший абсолютно, он, видимо, живет в студии, потому что тут очень много всего, тут даже какие-то микропасхалки есть, на которые можно обращать внимание. Я в восторге. Я люблю музыку, и вот особенно вот таким образом слушать ее, разбирать на детали. Тут на все детали с первого раза разобрать не получилось. Это хороший знак. А еще... Хороший знак — это то, что вот есть этот список. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищесы, друзья, друзини, YouTube-спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит. Продолжает и будет выходить, несмотря ни на что, пока тепловая смерть вселенной не разлучит нас. Это я уже сколько эту фразу говорю роликов, но не могу ее заменить. Так она мне понравилась. Далее. Бусти. Ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте. Это способ поддержать канал и сказать мне спасибо. И еще можешь там в личку писать. Ну, конечно, я не могу там с вами вести диалоги 24/7, но по каким-то вопросам важным ответить всегда можно, так что обращайтесь. Далее. MP Reviews, K-Pop новости, MP Entertainment, музыка, телеграм-канал Хаплокация, по-прежнему Максим, я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока.